поднимаемся на высоту 3200 метров, друзья, Домбай. Такая красота. Спуски для лыжников. Поднимаемся на ту высоту. Друзья, мы на вершине Домбая. 3200 метров. Такая красота, красивый ущелье. Вон видим Эльбрус вдалеке, с торца. Здесь все горы. Это очень близко вот от нами. Перед нами гора Мертвый Зуб. Вот это и есть, друзья, самый настоящий Домбай. Большая знаменитость Домбая. Высота 3200 метров. Какая красота. Какой зубра. Домбай. Высота 3000. Спускаемся с высоты 3000 метров. Домбай. Как на крыльях. Такое вот выражение. Очень даже. Красота просто неописуемая. Очень красивая толпа. Стоит сюда, конечно. Несмотря на то, что мы замерзли. Сосульку, друзья, потому что спускаемся, видите, на таких вот ливальниках на открытом воздухе, а ехать вот довольно-таки прилично. Но все равно впечатление того стоит. Вот гора, коготь дракона, да? Зубра, коготь зубра. Да. Зуб дракона, вот так вот. Зуб дракона, друзья мои, ну очень красивые горы. Такое ущелье красивое. Открытом
конечно, на диванчике на открытом. Очень-очень даже не тепло, друзья мои. Поэтому сюда нужно ехать и очень тепло одеваться. Иначе можно сильно простудиться и замерзнуть. Спускаемся с Домбая. 2200 метров. На, так сказать, нулевой пункт. Вот такая красота. Горы просто обалденные. Ну, вот здесь такие еврокабиночки. Тепло. Приятно смотреть. Ну, на диванчиках мы немножко, да, продрогли. На открытых диванчиках, конечно, драйв. Здесь нужно тулуп одевать, не то чтобы шубу. Года два назад был сильный сход снега с гор. И вот этот вот поселочек завалило снегом, откапывали людей в домах. Вот такой вот был инцидент случай, друзья. Здесь тоже небезопасно. Но люди живут везде, потому что такая красота, горы, воздух. Тот, кто любит горы, любит и эту природу, и эту погоду.